Здравствуйте, мои хорошие! Давайте сегодня приготовим ржаную закваску для вкусного хлеба. Для этого нам понадобится ржаная мука, у меня обдирная, холодная вода из-под крана, сухая чистая банка, сухая чистая ложка и крышка. По рецепту нужно в баночку добавить 1 столовую ложку ржаной муки с горкой. И 3 столовые ложки холодной воды из-под крана. И все хорошо перемешать. Получается вот такая кашица из муки и воды. Закрываем крышкой банку и оставляем на сутки при комнатной температуре. Закваску будем делать 3 дня. Сегодня это у нас будет первый день. Оставляем закваску и забываем на сутки.